В ближайшие два года после завершения работ по разминированию на равнинной части Карабаха значительная часть посевных площадей будет отведена под зерновые культуры. Такого мнения придерживается экономический эксперт Эмин Гарибли. По его словам, Карабах обладает большим сельскохозяйственным потенциалом и в скором времени вновь станет важным экономико-географическим регионом Азербайджана. Большую часть употребляемых зерновых мы закупаем из-за рубежа. Приблизительно более 50% сегодня используемой пшеницы мы закупаем. И, естественно, потенциал, сегодняшний потенциал, имеющийся в Карабахе, значит, улучшит наше экономическое состояние. То есть, посмотреть структуру мировой экономики, цены на зерно, то они зимой ежегодно растут, то, естественно, производство этой пшеницы у нас на территории позволит нам, в первую очередь, обеспечить продовольственную безопасность, а с другой стороны, ограничить вывоз валюты из страны. Развитию экономики поспособствует и новая железнодорожная линия Гурадис-Акбент, фундамент которой был заложен несколькими днями ранее. По мнению аналитиков, данный проект выгоден всем странам региона. Я считаю, что это имеет очень стратегическое значение не только для Азербайджана, для всего региона, для всего материка. Потому что мы знаем, мы имеем сейчас железную дорогу, недавно провели железную дорогу Турции, это Баку, Тбилиси, Карс, железная дорога. А вот эта железная дорога, которая пройдет через территорию Мегри, Нахчичевания и дальше на территорию Турции, то она намного короче, и это позволит нам, конечно, уменьшить затраты, которые тратится на перевозку товаров через нашу территорию. Это позволит нам увеличить нашу значимость, значит, в мировой экономике. Ожидается, что весь комплекс мер, осуществляемых на освобожденных территориях, поспособствует еще большему привлечению инвестиций в Азербайджан. Эсмира Алиева, CBC.